сборы на покос. Сало будем жарить. Сергей, надо, что ты свои вилы собрал? Не маленькие вилы соберешь. Старинные, это еще знаешь, какие вилы, каких годов? Сейчас таких нету, это самодельные, похоже. Ни разу не работал я. Каюха, ну-ка дай попробую поддену. Выдержит, не? А, ругается. Дрожит, сиди. Не сарапа, мне машину, но. Собрались, собак завязали, тут по деревне собаку нельзя. Куры, гуси. Не сарапа, сказал, мотоцикл. С одной лапами. Потихоньку поедем, выезжаем. Едем, выехали. Трава вылезла, не видать ни колеи, ни фига. Подвеска мягкая, не чувствует почвы. Сейчас заехали уже на наш покос. На козьбу я не попал. И первый день на гребь я тоже не попал. Работали ребята без меня. Так что сегодня третий день покоса, но первый день съемок. Едем. Пол покоса они убрали, осталось еще половина. Тут сено пошло уже не убранное. Что-то ребята не приехали даже. А куда приехали? Ты на морку сюда ставь. Ну-ка уйдите, собаки. Дармоедные. Дома это что-то короче. Вот такие вот здесь плантации. Но здесь поляна как бы не совсем большая. Там есть проход, точнее переход, и там еще такая же. Вася, садись, поехали. Выкатили грабельки. Ты на мотороллер. Посмотри, сколько ты поставишь. 12 копешек, это ни о чем, да? Да какие у вас там копна? На одну телегу. Ну, копна большие не ложили, потому что сено сыроватое было. Поэтому не ложили большие. Так а посмотри, вон, на поле здесь. Мужики тоже большие не ложили. Два воза будет, что ты говоришь? Будет. 13 копен там, ну в среднем бери 12 копен хороших. По 6 копен нормальных. Маленько перекусили. Вперед, песня. Поехали.
Ладно, идем, посмотрим. Вроде все на сухое, можно начинать. Копить. Да, собачка. Не пошли, так они делают, видишь, что-то разновато. Нормально. Нормально, ты не будешь тебя потом нормально. Первая копна готова, вторая здесь у нас в процессе. А что остальное, что не работает? Снимаем? Снимаем! Я оттуда могу снимать! Это на камеру не снимать! Тебе не тяжело? Нормально! Ну, 5 копеен есть. Надо маленько попить чай. Все, перекусили. Да, сейчас пойдем ложить. Ну, второй заход. Начнем с того конца и пойдем в сторону нашего табора. Начинаем. Отец поедет там в другом месте, маленько поскребет вдоль протоки. Да хорош, нормально. Ну что, как дела? Нормально. Небольшую Начал один тоже носить? Небольшую копну начал. Нормально. Вот эта копна, ты видел какой-то? Две копны кинул и поехал. Одна поляна прибрана. Сейчас надо переезжать туда, на вторую протоки. Кто-то как-то спрашивал,
Зачем вам столько клюквы? Вот зачем на покосах мощики делать. Вот. Рыжий, ты опять сюда прешься? Получше сейчас ты очки получишь. Ну-ка. Видишь, братан, как старость дарит, да? Золотиста, сейчас бы карточину, да? Ну вот сейчас вот это, от них горелки сделаешь. А сало надо знало, даже мы же эти варим, как они? Скварки. Скварки, это тут совсем надо. Да хорош, ты его уже жгешь, ты что, он тебе уже загорелось. Подожди, тут. Стой, переворачивай. Что ты нас подпалил? Ну, я вот это тоже гренки попросила пожарить. Вы такие же были, что же? Вот это переверни, вот эти. Да тут надо другое сало уже ложить. Сейчас это я заберу. Давай за камерой сейчас брызну. Это так и дожло, ты чё бы, ты не понимаешь, ну. И мама не будет. Ничего не понимаете. Ну да. Сама то. Спалил. Рыжий, ты куда залез? Вот что значит любопытность твоя. Залез в коробку. Мать, сейчас скинем. Помог Байкал ему. Переходим на следующую поляну. Ну тут, конечно, сена дофига будет еще. Вот здесь еще. Сколько. Ё-моё, да? Это что, и нет? А тут же прыжок, как тут же вес не косились. Но. Сено, блин, кое-где сыровато еще. Трава высокая была. И не все просохло, как надо. Ну, будем стараться сырое сено ложить на макушке. Надеюсь, просохнет. Что ты волкаешь? Давай, бери больше. Мошки, конечно, сегодня здесь залепляют, вообще невозможно. Мазь тоже не помогает, потеешь сразу же. Вообще, в траве очень много мошкары нынче. Байкал залез в грабли, проволокло его маленько там, уволок его, запечатало. Сейчас боится. Легко отделался. На сегодня все. Хватит. Ехать надо домой. Дома еще управляться. Да, баньку топить. Хватит. Да можно выходить.
Ну, вот в таком режиме прошел наш сегодняшний день. На улице жара, в траве мошка. Ну, ничего не поделаешь. Пока стоит погода, надо этим пользоваться и придирать сено. Сегодня покос мы не закончили. Осталось, наверное, копьен на 5-6 еще сена там. Но это дело мы завтра закончим и заберем наши грабли. Зато они у нас здесь стоят, живут, так сказать, на покосе. На сегодня, ребята, все. Видео заканчиваем. Поедем мы кормить, поить скотину еще дома. Так что, всем пока. Всем пока, до новых встреч.